Приехали. Увидели. Огорчились. Каким Крым встречает туристов? Наведем порядок в своем доме. Сделаем Крым чистым. По распоряжению главы республики Сергея Аксенова в Крыму стартует бессрочная акция по проведению субботников. Правительство республики призывает всех жителей Крыма присоединиться. Выйди и ты, убери у своего дома или предприятия, покажи пример другим. Наведем порядок на крымских улицах вместе. Возродим старую традицию. Стартуем 9 апреля. Приходи на Большой субботник.